Сегодня тоже 5 мая, двухлетие создания подразделения Национальной гвардии «Азов». Тогда он был сформирован как добровольческий батальон МВД. Затем, проявив себя должным образом, перешел в Национальную гвардию. Сейчас это одно из самых боеспособных подразделений Украины. И сегодня нам очень важно, чтобы молодые бойцы, которые здесь тренируются, чтобы молодые бойцы, которые осваивают, находящиеся в распоряжении Национальной гвардии, самые разные виды артиллерии. И тогда у нас об этом нельзя было и мечтать. Сегодня современнейшая техника на службе Национальной гвардии. Для нас это важно, чтобы на основе тех боев и тех ветеранов молодежь немножко воспитывалась и чувствовала. Поднимай. Стоп, стоп. Руки мывай. Ноги, руки.